привет! Вы на канале «Жизнь с нуля», с вами автор и ведущий Вячеслав. Снимаю нарезками ролик о нашем пополнении. Сегодня у нас внезапно ночью окатилась вот эта коза и принесла нам козочку. Вроде бы как козочку, пока еще как бы не ясно, но, по-моему, козочка. Вот. И вот приходится пастись теперь вместе с детенышем. Потому что козе надо есть. Вот, осины еще пока мы не заготавливали. Вот, и, соответственно, надо выпасать. Вот, и выводим вместе с ягненочком. Вот. Вот у нас вот такая козочка. Вот. Основное стадо у нас вон там. Вот. Дети наши, которые нас регулярно здесь сопровождают. Вот. Считаем сколько раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. А, вон 11 за столбом. Вот. 11 и 12 здесь. Гешка, ты мамка теперь второй раз за год. Нет, у нее уже третий козленок. Да. А вот тут тоже с пятнышком ходит козочка. Давай тебе поможем чуть-чуть. Давай. А козленок маленький можно дома заходить? Да они на улице живут, зачем он дома? Ну зимой в доме немножко держу, чтобы не замерзли. Они же в основном февраль-март.